приветики. 18 сентября, ранняя рань. Вчера выпекала вот такие печенюхи, делала полностью закрытые и делала не до конца закрытые. Так вот, не до конца закрытые, они вообще пораскрывались. И я их отбраковала, взяла себе на работу, а каляки-маляки оставила, которые посимпатичнее. Свиночки у меня завтракают, сушки дремлят. И сегодня, если на работе все нормально, никаких задержек, я уже вчера договаривалась с Дуняшкой, но сказала, что если получится, то я ее заберу. Вот, если сегодня все хорошо, после работы заеду за Дуняхой, заберу к себе домой на несколько часиков в гости. Она соскучилась, я соскучилась, мы давно уже не виделись. На улице сегодня -3, вчера постирала свою куртку теплую. Она, конечно же, еще не высохла. Поеду в пальто, одену кофточку под низ. Надеюсь, я не замерзну. Открыла окошко, насыпала синичком, понюхала погоду. Вроде не так уж и холодно. А огурец-то, гляньте, как за ночь завязался. Вчера так не было. Ничего себе, какой цепкий. Что-то машина таяла, так и не растаяла. Надо заводить пораньше. Половину стекла еще вынее. Был опрос в группе ДТП ЧП Мурманск. И оказывается, до вчерашний день на зимнюю резину перешло всего лишь 44% населения. Безобразие. И даже есть какой-то процент людей, которые считают, что это делать рано. И опять же, посмотрела, сколько аварий в этой же группе фотографий. Мама, не горюй. Даже сейчас, 5 минут назад, на Кольском проспекте тоже выложили аварию. Дороги-то скользкие, заморозки, то сыро, то замерзнет, то растает, то подморозит. Куда люди все идут с утра? Один человек прошел, он еще, ну это собачница идет. Все ясно, ну ладно, вроде трохи оттаяла амбразура моя, можно ехать. Сейчас ехала по Ленинградке, туман жуткий, даже камеру не включала, ехала осторожно, аккуратно. Здесь тоже туман на промзоне, но не такой. И какой-то умный водитель, ничего ж не видно впереди. Он за мной прицепился, за моими огоньками, и спокойно едет. Я быстрее, он быстрее, я медленнее, он медленнее. Короче, продуманный, как тетя Клава бы сказала. Я на работе и хочу сказать свое впечатление про вот этот вот питательный натуральный коктейль. Это я заказывала в Сибирском здоровье. И как раз в воскресенье много работы. И мне бывает часто, что некогда перекусить, как сегодня. Я выпила 8:30 утра. Сейчас время 12 часов дня. И я только начинаю хотеть есть, то есть действие долгое, но тут один косяк. Косяк с моей стороны, я не до конца все внимательно прочитала. Я разбалтывала молоко, тут либо нежирное молоко, либо молоко 2,5, разбавить пополам с водой. Всего 300 грамм должно быть жидкости. Но я не прочитала, что надо все выпивать и сразу. Я немножко попила, потом поставила, потом начала пить, думаю, фу, как неприятно. Оно начало густеть, оно загустело. И уже превратилась в какую-то такую, типа, густой-пригустой, даже не кисель, а манную кашу. Вот это вот я уже не смогла допить, мне неприятно. Поэтому, если готовить себе такие коктейли, то надо выпивать сразу. Ну, а так, в принципе, чувства голода у меня практически даже сейчас нет. Вернее, чувство голода есть, но оно только начинает появляться. И еще, я сегодня все-таки забираю Дуняшку. Сначала написала Мишке, брату. Вот он мне ответил, что да, все нормально, можно забрать. Потом, Дуняха, давай мне писать в Вайбере. Что, да, что, ага, точно, да, заберешь. Короче, куча сообщений, куча эмоций. Все, давно не виделись, обе соскучились. И после работы поеду за Дуняхой. Еду за Няхой, Дуняхой. Гляньте, какой сегодня солнечный на редкость денек. Ну, гулять мы не будем, на улице морозец. Няшка и так часто болеет. Ой, как красиво на озере, мне вам не показать, вообще здорово. Вот, так что проведем время дома, а солнышком будем наслаждаться зрительно. Блин, как вам показать-то? Вот немного стараюсь камеру повернуть, как будто бы облака над водой. Я не знаю, видно будет или нет. Так здорово. Босиком, не холодно? Нет, не холодно. Где собака? А? Где воровака? Отлично, морковка, привет. Привет. Ты убегаешь? Ага. Тебе привет, воровак! Тебе привет, воровак! Слышь ты, зверь! Зверина! Все, не бусу! Не бусу! Так и будешь сидеть! Ну тебя! Ну тебя! Иди!
Иди, такая сильная ты стала. Да, все, она как-то будет. Ты такой... Лишилась зубов. А, это Дунька говорила. Алло. Че ты блин, меня собака кусает. Говори. Отдай. Да я за Дунькой приехала, с собакой играюсь. Ну. Ну, давай, давай, давай. Позвонимся за Коля. Что-то рано. Не могу дозвониться. Прям срочно надо, да? Срочно надо. Потерял. Барбосина. Ой, Барбосина. Все, целую мамку ходит. Что это такое? Ага, давай, пока, там открыто. Я угадаю, Коля дома? Нет, не дома, на работе. Да? Не будет никто тебя мучить? Стёп, ну посиди тут-тутка. Ну тут-тутка, немножко. Немножко посиди. Да? Да? Коля, всё? Всё замечательно, да? Всё, подружили немножко. Пойдёшь? Ну иди. Гулять пойдём? Нет, Дунь, сегодня холодно. Посидим-ка мы дома. Негде гулять. Ну да, сопка ведь Сопка замерзла, там скользко. На площадке, ну это только ты одна с детками можешь там погулять. Да, ну на площадке, это если бы ты на все выходные ко мне, вернее, на сутки приехала. Тут на несколько часиков. Поэтому площадка не нужна нам. Ну давай, показывай скрепышей. Вот это вот, которые мои. Давай свои высыпай. Обалдеть. Обалдеть. Скелетины. Глянь, сколько у тебя. А что за резинки? Слушай, повторяшки я уже вижу, вот повторяшки, которые сегодня нам в магазине дали. Тут тоже? Тоже. Прикольно. Какие твои любимые? Ну, это еще не все. Ну вот эту одну я тебе дала, одна у тебя была, вот эта авокадо. Я думала, это груша, а мне потом написали в комментариях, что это авокадо. Груша? Ну, похоже по форме. Кто? Такого форме? Груша, авокадо? Почему я люблю делать, когда я чем-то удивлена? Как? Такую морду лица? Значит, ты не все вытрусила. А, ты имеешь в виду любимые? А вот это на редкие. Товары-спонсоры. А, товары-спонсоры, это вот этих... А, это тоже? А, это... Нет. А, это просто... Короче, это любимые, а это товар-спонсор. Все, все, поняла. А есть еще любимые? А, ну, какой бы я выбрала себе любимый, если бы мне сказали выбрать, какой мне нравится? Сказали бы, из этой кучи выбери один. Мне нравится еще вот этот. И, наверное, Мауси или как он выбрал. Слушай, а я бы выбрала, если бы мне сказали один выбрать с этой кучи. Ой, еще моя любимая какаха. Какаха. Родник. Я бы или вот это выбрала, или, наверное, вот это. Эльзу. Только если бы она была другого цвета, было бы круче. А сейчас же можно вот разложили, посчитать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 38, 39, Дуня, до 41 не хватает. Еще одного и будет 40. Угу. Может, у меня где-то завалялся? Что-то мне казалось, у меня 5, я тебе дала 4, надо будет посмотреть. 39. Нет, Дуня, вот что ха-ха. Я говорю, Дуня, ха-ха, догадайся, что ха-ха. Ха-ха-ха, 40-й. Ровно 40. Они почти. Ну, это повторяшка у тебя где-то была, да? Микки. А, у тебя один был, теперь два. О. Они почти по твою кровать. О, Дуняха, скрипила-то. Вот это да. Вот это умничка, благоразумничка. Тебе не холодно в капюшоне? Вернее, не жарко? Нет, мне не холодно. Мне не холодно и не жарко, да? Наоборот, мне очень жарко. Так, а как тут мои огурцы поживают? Огурцы. Огурцы, да, ты не ослышалась. Так, давай ты крутись. Так, а это что-то... Что, Дуня? Это что-то чахнет у меня. Вот этот вот, наверное, сдохнет. Давай ты тоже живи. Что ж ты голову свою повесил и не весил совсем? А, я помню, короче, пила чай вчера у Наташи. Да, и когда я пила чай... Уставшая такая. И я вдруг. Короче, чай придал тебе силы, да? Нет, потому что
Я помню то, что на каникулах ко мне приедет сестра на несколько ночёбок. И мы устроим такой крутой шопинг. Шопинг в квартире? Такое бывает? Да. Дуня, я чуть не забыла. Подарок. Это от Ларисы тебе с Крестюхой. Классно? Нравится? Не дам. Не дам. Давайте на голову одену. Не надо, сама разберусь. Сама разберешься? Умная, да? Да, по горшкам дежурная. По горшкам дежурная? Хорошо сама призналась, что по горшкам дежурная. Чего? Хватит там огороды сажать. Ага. Колхоз. И детей на огороды. То в одноклассниках взрослых на огороды подсадили, теперь и дети огороды сажают. Нападение ребенка на человека. Сама меня снимает, а мне не дают себя снимать. А меня тут снимают, как я пюре толку, картофельное. Я тут уже пюреху толку. А, вон, Дудя, мне сцену покажи. Угу, вот она меня снимает, как я пюре толку. Вот. Еще у меня тут маринуется курочка. Это для Коли со мной. Со мной для Коли. Вот. А это отдельно с картошечкой для папы. А это Дуня прикалывается. Ха-ха-ха-ха. Ну и покажи, что получилось. Да, я рассказываю. Короче, друг друга снимаем. Показывай, что ты научилась на гимнастике. Ну. И все? Ты же говорила, на шпагат умеет садиться. Умеет. Ну, сядь. Покес. Жалко, что ли? Шпагата жалко? Да. Ладно. Ну-ка. Ого. Тихо, не упади назад. Молодец, Дунька. Оба-на, погнала дискотека. Где бы Дуня с ума посходила, как не у Лены, да? Все, Бобик сдох. Я тебя пощекотюсь. Дуня, я хочу кофе. Переживешь как-нибудь. Как это переживешь? Ну, вот так. Нет, я пойду варить себе кофе. Иначе нет! Иначе я усну, и ты рядом со мной. И будет потом 100 пропущенных от Коли, от твоих родителей. Хватит там огороды сажать. Костями своими. О, ну все, сложила косточки, лапки свои. На меню. На меню? На меню. Я хочу кофе. А, переживешь. Нет, не переживу. Переживешь еще как у меня. Да конечно. Вставай. Выпускай меня, буду кофе варить. Макака мелкая. Мартыхня. Мартышка. Пошли что-нибудь тебе пожевать нам. Че, морковку мне? А, у меня есть морковка, кстати, мурманская. Хочешь морковку почищу? Нет. Яблочко хочешь? Есть хурма. Нет. А что у меня еще есть? Мандаринка есть. Короче, не перебирай мне ассортименты, пойди и смотри. А, значит, ты сама посмотришь, что ты хочешь, да? Дуня в отделении для непослушных девочек. Говорит, что это такое? Я говорю, это для непослушных девочек. Вот она теперь у меня будет там сидеть. Куда? Куда поехала сидеть? Я замок повешу. Все. Наказана. Плохо себя вела. Ты только назад не переклоняйся, ты дырдешь прям головой туда, а там дальше этот свинский мусор и шиншилячий. Как ты сказала, два дебила это что? Это сила. А дальше? Три – это голова, а четыре – это ум. I'm a Barbie girl. Tina looks like a girl. Давай ешь, приятного аппетита. Да не горячий дуешь, я бы тебе горячий не давала. Ешь. Я согласна. Угу. Давай, наворачивай. Все, выключила. Так, Дуняшка пока ест. Я себе поставлю варить супчик 7 бобов. Вот такой вот набор специальный для супа. И варить его 90 минут, 1.5 часа. У меня уже кипит бульончик. Туда сейчас закину вот эти вот бобы. И пускай варится. Я подобные супы покупала, но именно такой ни разу не покупала. Поэтому сварю, потом скажу. Но не сегодня точно. Сегодня его есть не буду. Что получится.
Что ты любишь больше всего есть? Конфеты, наверное. Нет? Нет, а что? Я другое люблю. Ну, круассаны, мороженое, пирожное. Сначала объясни, зачем. Ну, просто мне интересно. Лена, объясни, зачем. Меня так уже вывело на чувствую воду София. Мне просто интересно, что ты любишь есть. Лена. Ну, я, допустим, я люблю, ну, могу одну из блюд сказать. Картошку, допустим, с курочкой или с подливкой. Ну, вот что я люблю. Или супчики разные люблю. А ты что любишь? Гречку любишь, я знаю. Или уже не любишь? Ну, человек должен любить какую-то еду больше, чем... А зачем тебе? Ну, мало ли, захочется что-нибудь тебе приготовить, чтобы ты ела. Ну, чипсы с луком и сметаной. Нормально, так. Нет, ну, в принципе, как-то же домашние чипсы делают. Ну, тоненько делают картошечку. Да-да-да, мне мама так делала, вот. Когда я починила. И себе. Можно этим сушеным луком посыпать. Он что, если, ну, сметана, не знаю, чем сметана. Чипсы сухие должны быть. А так чипсы можно в домашних условиях еще какие-то. Слушай, ну, я люблю, если еще из домашних именно. Но. Если из домашних, то я люблю приготовленную самую картошку фри. А, ну фри, да. Там просто режется картошка, запекается, в микроволновке на 5-10 минут и все готово. Да. Посолили, поперчили и все. Так она должна быть в масле. Или она без масла фри? Тут по желанию, да. Но она когда запечена, она не фри. Фри это в масле жарится. Ну, молодец, видишь? И все, Лена не пристает к тебе. А то бы приставала бы, пока ты не поела. Ну, давай еще ложечку. Нет. За Глэдис. Нет. Знаешь, за маму, за папу, за братика, это за Глэдис. Нет. Ну, ладно. Так и быть. Слушай, я и так. Мира, я земля, Ева, я любила тебя. Супчик закипел. Такой он веселенький. Гляньте, такой красивенький прям. Я думаю, будет вкусненький. А ну попробуй, суши, руку протяни. Только или ты хайку хочешь? Ну хай протяни. Не бойся, не бойся. Не бойся, она будет знакомиться, нюхать. Не бойся, она не укусит. Даже если чуть-чуть попробуй зубками, она тебя не укусит. Можешь нос свой дать, и она тебя поцелует в нос. Видишь, как она хочет твой нос? Ну, не бойся. Не бойся. Ну, Хайска. Хайска? Где Дунин нос? Поцелуй Дуньку в нос. Что-то она задумалась. Опа. Не бойся. Усики. А, усики щекотные. Да. Она с тобой дружит. Она с тобой дружит. Она вообще такая дружелюбная. Ой. Она чуть-чуть прикусывает, а там так знакомится. Ну, вроде это Ду. Запах нормальный. Ну, она тебя уже помнит? Помнит, конечно. А, Эска? Сейчас пока с тобой тут общаемся, Сушка снизу как сиганет. Сусик! Сусик! Ой, даже не хочет выходить. Такая, да. Сусечка! Ты не хочешь дружиться с Дунькой? Ты со мной-то не особо длузишься. Ну, это лав. Прикусывает. Она прикусывает, как чуть-чуть прищемить. Ну да, чуть прищемляет. Ну, нос дай. Скажи, дай мне свой нос, Дуня, дай мне свой нос. Я его поцелую. Хай. Вот тебе нос дают. Уже все, не хочет больше нос. Хайска, поцелуй Дуню. Поцелуй Дуню, поцелуй. Умыться надо, не хочет тебя выцеловать грязной мордашкой. Ну. Что происходит? Что происходит? Вот это две девочки. Ой, тебя ляпка тебе так тянется. Тянется. Опа. Ну, не больно кусать. Да, кусать не больно. У меня такие маленькие рты. Чё, Хайка, скажи, кто это такое? Что? Кто это? Кто это? Побегать, что ли? Побегай.
Это ж сама шубка какая-то мягкая. Вот моя подруга хотела завести шиншиллу, она такая спрашивает, а они мягкие? Я такая, ни слова больше. Это ж само совершенство. Так, все, я передумала, я не хочу каких-то там йорков, я хочу себе вот хаюшку. Хаюшку будешь ко мне приходить и будешь с ней играться. Может, как-нибудь и познакомлюсь, помнишь, как с... Ну, Шушей? Можем, да, слушай, вот вы гуляли, так хорошо вы с ней дружили. Ну, надо будет мне придумать какую-то щит, кухню закрывать, и мы с тобой потом можем с ними в коридоре гулять. Мне кажется, и это можно будет сделать, когда приедет подписчица на свою ЖДР. Да мне надо щит сделать это, но... Придумаем, Дунь. Потом у тебя каникулы будут, может, на каникулах. Да, вот каникулы у меня да. Где-то неделю. Но главное, чтобы Коли дома не было, чтобы он туда-сюда не ходил, двери не открывал, нам не мешал. Мне кажется, это самое лучшее, что нашла. Хая, сколько тебе комплиментов за один вечер, а? Сколько тебе комплиментов? Суса, ты тоже холёся. Ты тоже плегозая. Смотри, как она. Хаю хвалят, меня не хвалят, да? Ты просто к нам не выходишь общаться, вот мы да, с Хаей да, играемся. Да. Если бы ты вышла, мы с тобой бы тоже общались. Конечно. Так-то это само совершенство. Все, мама, дарите мне на Новый год Хаю. Для да, Хаи много чего надо, видишь, и витрину, и все-все-все. Да, там. Мне все равно. Дарите Хаю все. Все, будет со мной спать на втором этаже. Да, нет. Как раз на втором этаже я заведу себе такую клетку, приклею да. К стене. И как... будет она ночью колесо крутить у тебя под ухом. Ну, смотря на шум машины газ, я привыкла. Ты чего на нас орешь? Нос. Я тебе поору сейчас. Ты чего? Мы твою Хайку забрали, да? С ней дружим, с тобой не дружим. Ты чего на нас ругаешься? Ну-ну-ну, Суша. И Хая такая, а чё? В чем дело, да? Что случилось? Хая, успокой подружку. Скажи, мы тебя не заберем. Сестренку, да, ровесницу. Все, подошла к ней, успокоила и все. Все, скажи, Суша, все в порядке. Тешишь. Как ты сказала, мама спит, она устала. Это я ее достала. Я не буду унывать, пойду папу доставать. У нас был другой стишок. Мама спит, она устала, но и я играть не стала. Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Все, поехали. Чучундра. Ясно. Так ты что сейчас домой приедешь? В интернет засядешь? Я сейчас пойду, приеду, голову буду мыть. Забыла. Ягоду буду ждать еще, ж привезу. Что мне эта ягода вообще с головы вылетает? Сегодня с 9 до 10, они сказали. Или с 8 до 9. Ну, неважно, я все равно дома буду. Хоть в одно время, хоть в другое время. Еду, разговариваю. Никто мне не отвечает. Поворачиваюсь. Няха спит. Жалко ребенка. Сейчас будить придется. Что скоро приедем. Няшечка. Няшечка, плющебой еще. Чего, все розовое? Ты как красная шапочка. Все, приехали. Ку-ку. Похрюкала малость. Теперь вообще будешь бодрствовать долго. Нет. Нет? Все, няшку сдала. Сейчас еду домой, помою голову и буду ждать доставку клюквы. Мне напомнила про эту группу, нашу мурманскую, Надюшка с канала «Жизнь Надежда». Я уже у них заказывала в том году. Чернику я посмотрела по сообщениям, ягода была хорошая. В этом году клюкву заказала, у них клюква по 250 рублей и доставка 6 литров бесплатно. Вот, поэтому сегодня привезут клюквочку и я буду с витаминками. Я дома включила довариваться супчик, кстати, в рецепте так и написано, что он должен потемнеть. Побоялась оставлять его вариться, пока я уеду. Курочку я сделала еще до отъезда. Еще сделала себе творожочек, домашний, вкусненький. Я люблю больше домашний творог. На печенье, конечно же, использую покупной. И у меня осталось тесто, вчера выпекала печенюхи и осталось тесто. Положила его на сковородочку, не буду мазать противень. Вот, пока мою головешку, пускай жарятся печенюшечки. Привезли мне клюквочку. Вот такая вот замечательная спелая клюква. Вся чистенькая, красивая.
Вот, привезли в оговоренное время, все четко. У них свои ведерочки, сказали подготовить тару, я подготовила. Вот, частично я ее заморожу, а частично перекручу сахаром, буду хранить свежей. И потом на морсике, даже не кипятить, просто закипятить воду, потом в этой воде, она пусть остынет, развести вот эту вот клюкву и пить. Все витамины останутся при нас. Не заметила, где камера выключилась, запись, дурацкая камера записывает, не знаю, по несколько минут, иногда по 5, иногда по 2, потом сама вырубается, пишет переполнение буфера обмена. Не знаю, где я говорила, на чем остановилась. Ну, короче говоря, клюква классная, мне нравится, и я подумаю, может быть, закажу еще. Все, на столе все мои вкусняшки, вот печенюшки, которые пекла сегодня. Коле больше нравятся такие, он сказал, с яблочками ему не очень, значит, не буду я тут что-то выдумывать. С яблочками сложнее печь, чем такие, нормально. Здесь курочка, здесь он рыбку не доел, утром жарил себе. Я доставала ему, размораживала. То есть у нас вот такой вот вкусный стол. Ну и все, на этом все. Всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.